Госдеп США не согласился с результатами хоккейного матча. В США сообщили о категорическом несогласии с так называемой победой сборной России в матче на чемпионате мира по хоккею. Об этом заявил спикер Госдепа США Псаки. Этот матч не имел ничего общего с настоящим хоккеем. В 21 веке нельзя играть в хоккей так, как будто на дворе век 20-й. Имперские амбиции сборной России наглядно продемонстрированы в самих методах ведения игры, как это было в худшие годы существования СССР. Грязная шайбовая карусель, которую устроила команда России в ворота сборной США, и блокирование демократических шайб в свои ворота – это попытка пересматривать статуса «кво» и угрозу общеевропейской безопасности. При этом Псаки на вопрос журналиста уточнил, что не знаешь, что такое карусель, но так написано в ее тексте, она уверена, что это нечто ужасное, несовместимое с общечеловеческими ценностями. У нас нет никаких сомнений, что за всем этим стоит Россия. Об этом говорит и недавнее участие Путина в матче так называемой ночной хоккейной лиги, где он лично забросил 6 шайб в ворота противника. Теперь становится очевиден весь его кровавый замысел. Все это было спланировано Россией с самого начала. Она также заявила, что президент Обама выразил глубокую обеспокоенность результатами игры и заявил, что Россия сейчас уже не только находится на неправильной стороне истории, но также на неправильной стороне географии, физики и физической культуры. Также она сообщила, что против игроков сборной России немедленно будут введены экономические санкции. Мы совместно с нашими европейскими партнерами во всем мире приняли решение о введении немедленных обширных экономических санкций против лиц, непосредственно причастных к произошедшему. Россия дорого заплатит за это. Нами принято тяжелое решение. Все дисконтные карты игроков сборной России в европейских и американских сетях спортивных магазинов Reebok, Nike, Adidas будут заморожены вплоть до ближайших сезонных распродаж. Исполнители имперских замыслов должны понимать, что они не останутся в стране. Отдельно госпожа Псаки отметила демонстративно сбритую в знак протеста против Евровидения бороду хоккеиста Овечкина. Это протест против общеевропейских ценностей, против выбора Европы. В 21 веке нельзя просто так взять и сбрить бороду, если тебе что-то не нравится. Это недопустимо. Бороду следует немедленно возвратить.